каждой девушки есть своя изюминка. Но Мэри и Эмили действительно особенные. «Один дома» – отличный фильм для создания новогоднего настроения. Ой, что это? К нам ломятся грабители. Что же делать? Вот это мы их разыграем. Все, хватит, моя очередь. Кажется, нам конец. Подожди, почему бы мне не использовать свои суперсилы? Ай! Как горячо! Да я же горю! Я же говорила, что это поможет. А я ведь тоже кое-что могу. Сейчас. Персональный каток для воров готов. Дружище, зачем ты меня покинул? О, нет. Ой, ауч. Как скользко. Ну что там, они ушли? Тихо. Ничего не слышно. Ой, да это же Дэн и Итан. А им здорово досталось. Ничего, они получили по заслугам. Ну вот, горячая Мэри снова не подготовилась к тесту. Ребята, помогите мне, пожалуйста. Вы же знаете, что писать. Мэри, я жду вашу работу. Время уже вышло. Почему ты мне не помогла? Сейчас мы все исправим. Отмечай правильные ответы быстро. Так, 1В, 2Д. Готово. Ха, держите, мистер Уокер. Спасибо, что подождали. А теперь, Мэри, отогрей его. Так, посмотрим. Мэри, у вас на удивление хорошая работа. 5 с плюсом. Спасибо, подружка. Без тебя бы я не справилась. Так держать. Я рад приветствовать вас на конкурсе красоты нашего колледжа. Я представляю вам двух финалисток. Холодную Эмили и... горячую Мэри. Встречайте наших красоток. Но кто же станет первой красавицей нашего колледжа? Аплодисменты, друзья. Я должна победить. Я так долго к этому готовилась. Ой, какая жара. Невозможно дышать. Зря я надела эту рубашку. Нужно было прийти в майке. Все, достаточно. Мы готовы ставить оценку. 0. То же самое. Итан. 10. Ой, прошу прощения. Что ж, спасибо, Мэри. Спасибо, судьям. Теперь очередь Эмили. Встречайте, наша непревзойденная снежная королева Эмили. Аплодисменты. Эмили, просим. Сегодня я просто неотразима. Титул должен быть моим. О, какая приятная прохлада. Да, это именно то, чего нам не хватало. А почему 6? Ой, это я случайно. Кто же из нас в итоге станет победительницей? Я? Конечно. Корона будет моя. Нет, моя. Самой красивой девушкой нашего колледжа становится Эмили. Мои поздравления. Да, я победила. Мэри, подержи подушку. Эмили, эта прекрасная корона теперь твоя. Ой, ничего, все в порядке. Я теперь королева красоты. Держи свою подушку, а я ухожу. Это совершенно несправедливо. Да, результаты последней контрольной оставляют желать лучшего. Мэри, я вынужден был поставить вам 2. И вам, Эмили, тоже. Мне кажется, проблема не в нас, а в этом тесте. Это мистер Уокер его придумал. Посылаю метель. Девочки, я вас так хорошо знаю, что уже даже успел подготовиться. Давай теперь я попробую. Прекрасно, я будто на пляже, но я хоть тут позагораю. Наши суперсилы тут бесполезны, придется пересдавать. Удачи, девчонки! Почему у меня так мало лайков? Ну ладно, завтра разберусь, уже пора спать. Привет, мы Эмили и Мэри, самые популярные девушки нашего колледжа. А еще у нас есть суперсилы. Да-да, с нами никто не сравнится. Какой кошмар. Хорошо, что хоть Мэри здесь. Эй, Мэри, просыпайся. Мне только что такое приснилось. Да, Эмили? Так это был не сон? Добрый день. Тема нашего сегодняшнего урока... Северный полюс.
Мэри, выходите к доске. Я? Ну почему именно я? Давайте смелее. Покажите нам Северный полюс на карте. Где-то тут? Нет, Мэри, не там. Извините, я не знаю. Но как же так? Это же элементарно. Я им никогда не интересовалась. Ладно, присаживайтесь. Ну не слышала я о нем. Эмили, может вы попробуете? С радостью. Северный полюс находится в центральной части Северного Ледовитого океана. Совершенно верно. Пейзаж Северного полюса невозможно описать словами. Сейчас я вам покажу. Разве здесь не прекрасно? Вы только оглянитесь вокруг. Эмили, верни нас назад, а то мы скоро превратимся в ледышки. Как красиво. Что это? Бежим. Медведь, белый медведь, спасайся, кто может. Куда бежать? Я ничего не вижу. Но я ведь только обняться хотел. О, привет, Эмили. Как дела? Отлично. Только я немного проголодалась. Я тоже. Думаю, как раз пора подкрепиться. Так, немного молока, яблочко, теперь апельсин. О, какой необычный у тебя ланч. И самое главное, палочка. Магия начинается. Ой, кажется, готово. Точно, мое мороженое получилось. Вот это да. Эмили, ты же со мной поделишься? Знаешь, я такая голодная, что даже не знаю. Кто бы сомневался. Эй, девочки, у вас здесь так вкусно пахнет. Смотрите и учитесь. Острый соус, теперь немного кукурузы и еще немного. Вдруг будет мало. Закрываем. Теперь нужно только немного подождать. Есть. Ну и ну. Да тут же на всех хватит. Ого! Вот это начос. Обожаю мексиканскую кухню. Ну вот опять тест. Да сколько можно? Но, кажется, мальчишки на задних партах не спешат расстраиваться. Ха! Мистера Уокера так легко обмануть. Ха-ха! Отличная карикатура на мистера Уокера. Так, отдайте мне это немедленно. Да это же просто бумажка. Мой черновик. Никаких шпаргалок у меня на уроке. Хорошо, мистер Уокер. Никаких шпаргалок, значит, никаких шпаргалок. Ну вот, держите. Парням повезло, что горячая Мэри была рядом. Студенты обожают смеяться над директором. Можно умереть со смеху. Ему даже идет. Ой, директор Реднер. Доброе утро, студенты. По какому поводу веселье? Эмили, заморозь его. Отличная идея. Ой, кажется, можно было и поменьше. Да все нормально, в самый раз. Теперь осталось только спрятать фото. Упс, я случайно его прожгла. Мэри, что ты наделала? Я не знаю, как так получилось. Бежим. Что-то сегодня прохладно. Завтра нужно надеть пиджак потеплее. А это еще что? Это уже пятое фото за неделю. Я за выходные выучил столицы всех стран. Нил такой умный. Отлично, Нил, присаживайтесь. Студенты, берите пример с Нила. Нил, это был просто блестящий ответ. Упс, похоже, не все считают Нила гением. Эй, ботан, нужно проучить его. Хорошенько. Ты права. Получай, зубрилка. Да что я вам сделал? Ай! Не расстраивайся, они просто тебе завидуют. Эй, перестаньте! Подожди, Итан, у меня есть кое-что поинтересней. Смотри. Ого! Ай, как больно! Ха-ха, будешь знать, как подлизываться к учителям. Нет уж, это уже слишком. Сила огня еще никогда меня не подводила. Ну, теперь посмотрим, что вы на это скажете. Я просто терпеть не могу выскочек. О, фаербол! Ладно, Мэри, мы поняли. Теперь они тебя не тронут. Мэри, ты просто супер. Спасибо тебе. Костюмированная вечеринка в колледже на Новый год – это всегда весело. О, привет, Дэн. А почему ты такой грустный? Понимаешь, я просто не нашел костюм для вечеринки. Ой, не переживай, я знаю, как тебе помочь. Ну вот, восхитительно! Вау! Да я же снеговик Олаф, а мне пришлось заказывать костюм на специальном сайте. Спасибо, Эмили! Эй, ребята, пойдем скорее, чего ждете?
Понравилось наше видео? Тогда ставь лайк, подписывайся на наш канал и не забудь нажать на колокольчик. До встречи!